Ох, всем привет! Сегодня у меня тут тусовка. Рассматриваю уток своих. И хотела рассказать, конечно, раз они начали нестись, о их кормлении. В период яйцекладки. Принесла им капусты. Вот там за утками кочан разрубила. Через день буду давать им всем капусту. Конечно, уток у меня тут лишку. Но что делать? Вот все, что есть в наличии, то и есть. Кормлю капуста через день. Это обязательно витамины в период яйцекладки. И комбикорм ПК-1-2 для корнесушек. Сбалансированный, чтобы у них было все в наличии, все витамины в организме. Естественно, минералы это и песок присутствует, и песок у нас крупный, речной, поэтому те, кто думает о том, что такое песок, песок, это у нас речной крупный, я уже еще раз повторюсь, и, естественно, ракушка, всегда присутствует ракушка в питании птиц. Теперь горох, пшеничка немножко, в основном рацион ПК-1-2. Кукурузу давать индоутке в период яйцекладки никогда не рекомендую. Сама прошла это, наступила на грабли. И всем хочу сказать, чтобы эти грабли были только пусть будут мои. Кукуруза утолщает подскорлупную оболочку в яйце. И она становится такая тугая-тугая, что утенку очень сложно будет проклюнуться через эту подскорлупную оболочку. Конечно, все, возможно, об этом знают, вон как они поедают капустку. Все знают, те, кто имеет уток давно. С теми, конечно, кто впервые заводит индоутку, делюсь своим опытом, своими знаниями по содержанию индоуток. Вот они мои тут красотки, все в наличии. Еще одна голубая не захотела выйти, осталась в утятнике. Естественно, там теплее, там же плюс 10 у меня, а здесь минус 4 на выгуле. Вода подогревается, на улице сегодня минус 7. Так что такая вот история. Кормите уток правильно. Так же, как если бы вы кормили курицу в период яйцекладки для формирования зародыша в яйце. Для правильного формирования, чтобы там все были витаминки. Конечно, кто-то еще может добавить какие-то вкусняшки своим индоуткам. У меня они еще едят кабачки. У меня кабачки тоже есть в наличии. Кабачки им попадают в корм. В лакомство уже теперь такое зимнее. Ну, а остальное, конечно, тут у каждого по возможности. Это самый необходимый минимум, который я сейчас назвала для кормления индоуток во время яйцекладки. Самый минимум. Вот они, милашки. И белые, и голубые, и лавандовые индоутки у меня еще остались. Вот несколько черных, которые явно пойдут на мясо. Потому что черная утка, ну какая она прям смуглая. Одна такая есть, вон там черная-причерная. Ну как-то вот так. Сегодня две уточки вот так уедут у меня в город Исилькуль. Поэтому немножко уменьшится стадо. Это у нас город в Омской области. Скажите, что это нас выперла хозяйка на выгул всех? А и выперла для того, чтобы как раз и найти тех уток, которые поедут в Исилькуль. Всем всего доброго и до новых встреч. Это мои рекомендации. Если у вас есть что мне дополнить к моим рекомендациям, пишите в комментарии, чем кормите индоуток вы, чтобы яйцо у индоутки было настолько с запасом витаминов, чтобы хватило развиваться достойно зародышу и выйти оттуда сильному, крепкому утенку. Оттуда это из яйца. Всем пока-пока. Всем до новых встреч.